Семин открестился от критики сборной. Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое интервью перуанскому изданию «Либера». Слова 71-летнего специалиста приводит «Спорт-24». Перевод сделали очень слабый, плохой перевод. Я сказал, что есть шанс выйти из группы, и все. Я не говорил никаких конкретностей. Остальное от себятина. Выйдем из группы, и будет хорошо, вот что я говорил. Что команда слабая, я такого не говорил, подчеркнул Семин. 21 мая было опубликовано интервью Семина перуанскому «Либера». В частности, от имени 71-летнего тренера «Локомотива» национальную команду России назвали слабой. Вместе с московским «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России в качестве тренера в сезонах 2002 и 2004, а также в сезоне 2017-2018. Также специалист возглавлял сборную России с 18 апреля по 31 декабря 2005 года. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.